самые уважаемые, самые любимые, самые ценные женщины на Ровенщине. От Ельского района мы вам желаем просто-напросто благополучия, любви, здоровья необычайного. И самое главное, оставайтесь такими красивыми, яркими и самыми замечательными женщинами всей планеты. Я хочу пожелать, чтобы они были самые-самые счастливые. Я как сегодня на концерте. Здоровье. Самое главное и ценное в этой жизни – здоровье. Весеннего настроения, улыбок, радости. Пусть каждая мамочка только радуется своим деткам. И радости, конечно, и на работе, и дома, и покоя, конечно. Ну, я имею в виду, чтобы все было хорошо. Я также Ровлянскому коллективу желаю творческих успехов, добиться больших успехов.